Вы должны понимать, что за пределами нашей страны натовцы не утихомирились. Что бы они ни говорили, вот я с Майклом Помпео говорил, у нас, Валерий Павлович знает, с ним очень добрые отношения, несмотря на этот такой тон хороший. Все, что они пишут в телеграм-каналах, это фигня. Ничего он от меня не требовал, был очень теплый, добрый такой разговор. Но я ему прямо сказал по-дружески: Майк, несмотря на это, я же понимаю, что происходит. И я его предупредил. Если только там дернутся со стороны Польши, Литвы, ну и может, ну, Украине, им это даже не обсуждается, какая тут Украина. Им не до этого. А вот поляки и литовцы, ну, в основном поляки, что там литовцы, в армии нет. Ну, мы будем отвечать. Он меня заверил, что этого не может никогда быть и не будет. Я говорю: хорошо, я услышал. Мы это слышим, но мы должны реагировать.